такие голубочки тут у нас, как всегда, в моем районе. Пошла в магазин за мукой, хочу спеть блинчиков. Очередное включение, я забыла сказать, мои дорогие. Тут, блин, сон, шумно, конечно, немножко. Прямо вот рядом со мной. Он тут опять насыпал, видимо, этот мужчина корма, вот они тут кушают. У нас что-то такие перепады погоды. Вчера было минус 7, сегодня минус 17. Но сейчас вот днем уже 13. Время 3 часа. Чуть потеплее, но прям холодно. Если в колготочки под брючки не оденешь, то прям прохладненько. Вот такие делишки. Снежок вот уже как припорошил еще немножечко. Еще не совсем здесь все смелось. Еще так немножко красиво на деревьях. Но уже не так. Вот утром вообще было так красиво. Я бегом-бегом в больницу бежала на выходных сейчас. Попала под диспансеризацию. Ну, думаю, ладно, пока в одном месте. Все, ну, не совсем в одном, но думаю, надо провериться. Главное, что хоть гинеколог, самое главное, в одном месте. А то у нас же отдельно больница гинекологическая. Вот такая вот зима. Доброго всем утречка, мои дорогие. Вот такой завтрак. Давно не показывала завтрак, но показывать особо нечего. Обычно бутерброд с сыром у меня. Кстати, Марина Лиман, тебе привет. Сыр тоже еще такой наш, от российский открыла. И видите, российский, и еще какой-то. Но он наш, саиногорский. Не знаю, вас продают или нет. Потом нужно будет ставочку сделать на готовке, по-моему, и там его буду показывать. Купила вот такую кружечку себе. Уже делала в ней смузи. И кофе, ну, для кофе немножко тяжеловатый, но зато вот эта вся наша пенка с фикс прайса. Видите, как видно хорошо, что я использую пенку.
Кушайте кофе, кушайте вкусно, кушайте с пенкой. Вернее, завтракайте. Приятного аппетита! Очередное включение, мои дорогие, очередное меню дня. Сегодня хочу постряпать пиццу. Вот решила попробовать с курочкой, потому что что-то забыла, что у меня не кончилась колбаска, потерла сырок. И решила добавить грибочков, чтобы они такие, она такая немножко пикантненькая была. Грибочки у меня маринованные, это подружки. Рыжики очень вкусные, я их вот так порезала уже. Тесто магазинное, сейчас его раскатаю, все это разложу. Кто-то вот любит покрупно, чтобы крупные куски было, кто-то помельче. Вот мы в последнее время стали мельче любить. Но вот не знаю еще, добавить туда колбаски чуть-чуть или нет, или просто сделать вот с курочкой, уже, наверное, колбаска будет перебор. Помидорки тоже забыла купить, чудо, пекарь, горе пекарь. Ну, можно смешать майонез с кетчупом. Мои дорогие, будем использовать наш коврик из фикс-прайса. Первый раз я до него добралась наконец-то. Вот так вот я тесто раскатала и вот так пальчиками подправляю его, подтягиваю. Я не люблю тесто раскатанное на скалке, но я маленечко подраскатала, конечно. Оно прилипает, хорошее тесто. Оно как бы говорят, что не должно тесто прилипать. Но если в тесто не прилипает, то оно потом не воздушное получается. Я вот сама тесто завожу, оно у меня все время прилипает к скалке, приходится и маслом. Я вот тут вот уже раскатывала, маслица налила, видите, ручки блестят. И скалочка блестит, маслом смазала, видите. И все равно вот оно так не это. Ну, лучше вот, конечно, так ручками пододвигать, потому что от скалки оно как бы прибивается. Хотя на пиццу тесто не должно быть сильно воздушное. Вот на пирожки я вообще руками все раскатываю вот так вот. Тут вот смотрим, где толще, где тоньше пицца, потому что которое тесто я делаю сама, как-нибудь вам рецепт сделаю, время будет, покажу. Оно другое, тоненькое, и оно так не поднимается. А вот это тесто, оно сильно поднимается. Кто-то любит, чтобы было тесто в пицце, кто-то любит тоненькое. Ну, вообще, как бы классическая пицца, она идет тоненькая. И вот это все сейчас раскладываем, то, что мы тут нарезали аккуратненько. Курочку я немножко добавила, видите, вот тут видно приправки, ролтона. Где-то крупные кусочки, где-то мелкие. Также чередуем с грибочками, потом это все ровно раскладываем. Не нашла маленький штатив, чтобы мне тут вам поснимать на кухне, а большой у меня тут не получается, не входит. И потом сверху сыром. Блин, забыла, девочки, намазать. Вот сейчас вот это сдвину и намажу майонезом с кетчупом, потому что у меня нет помидорок. Дорогие, вот я сдвинула всю сторонку. Смазала майонезом и ту часть смазала, где не смазала, с серединки все убрала. Вот начала выкладывать, сейчас более аккуратно все выложу, еще вам, наверное, только фоточку ставлю. Позвонили подружки, я их на завтра пригласила в гости, они говорят, завтра там им некогда будет, поэтому тороплюсь, снимать некогда, надо быстренько все. Сейчас это все разложу, немножко попеку и потом немножко в конце сыра. Вот прям до самого конца все это намазываю и тоненько размазываю, чтобы вот она не была такая. Духовку заранее нужно разогреть, конечно же. Доброго всем денечка, мои дорогие, уважаемые подписчики. Очень вас всех рада приветствовать на своем канале. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Жанна. Как всегда, начнем хвалебные оды, так сказать. Не могу я без этого. Очень вам всем рада. Большое спасибо, мои дорогие, кто уже со мной долгое время, кто недавно. Всем спасибо большое. Стараюсь исправляться, кому-то заходить, пока еще никак не получается. Вышла на работу, еще нога немножко... Не буду говорить, слова с частицей не. Ножка почти здорова, поэтому, ну, еще какие-то там недомогания получается. В общем, так как-то вот как-то так, где-то сходишь на больницу, попала я еще под диспансеризацию, сразу там все в одном месте прохожу. Там, по-моему, я немножко природу буду показывать или нет, не знаю, надо показать готовочку. Я пока не болела, все равно немножко себе что-то готовила, как всегда болтаю лишнее. Ну, вы знаете, что сегодня будут покупочки из магазина Фикс-Прайс, немножко новиночек, немножко стариночек, и там продукты в основном сейчас, как бы уже вот я потратилась на красивяшки, которые вот тут у меня стоят. Поставила вот так, видите, в подсвечник, вот нашла ангелочка с розой, он так красиво сюда встал, вот тут у меня парочка такая получилась в коллекции. Тарелочка стоит и светильничек вот этот, не светильничек, вернее, это подсвечник из фикс-прайса, в прошлый раз я его светильничком назвала. И там он ангелочек стоит, тоже шарик мигает. Еще новогоднее не убираю, потому что еще как-то хочется, еще до весны далеко, у нас очень холодно, перепады погоды, так что вот так. Ну ладно, поехали, мои дорогие. Так,
Значит, начнем с продуктов. Покупала сок сады Придонья, вот видите, 29 рублей. Я что-то думала, что у меня тут не видно, оказывается, видно все это. Вот мне тут издалека не видно, зрение у меня плоховато. А потом, когда ролик проверяю, смотрю, все видно, в принципе, ценники. Не надо тут особо никакую фокусировку, потому что это же телефон, он, видимо, как-то там немножко фокусирует. Ну, конечно, на камеру хоть девчонок лучше видно. Ну, как-то так. Вот, сок сады Придонья брала, очень его люблю, всем рекомендую. Это очень хорошее качество, и вот сколько где смотрю, дешевле 53, его нигде не бывает. Это вот 29, потому что я списывала баллы, половина суммы. Я когда всегда сумму списываю, половина баллов, спешу 2-3 покупки, по одной покупке делаю специально. А потом делаю большую покупку, вам уже говорила. 1 литр объем для питания детей старше 3 лет. Ну, вот, как бы, более-менее такой сок хороший. Вообще, конечно, говорят, нужно брать в стекле, потому что сколько видео передач, даже вот здесь бывает, в соках попадается плесень. Вот так выливают, а потом плесень. Ну, вот, зайдешь в фикс прайс, бывает в магазине жарко, на улице холодно, и вот прям хочется пить. И вот хотя бы сок попить. Минералка как-то сейчас не хочется, летом она надоедает. Поэтому вкусно. Ну, иногда вот хочется сока прям. Так что вот рекомендую этот сок. Он, конечно, там можно и купить 2-литровый за эту сумму, по-моему, другую фирму. Но тут немножко похуже. И тут мне нравится, что вот он с пробочкой, что я попила немножко в магазине. Попила потом еще там перед выходом. Еще в какой-то магазин зашла. Еще попила. Очень удобно. Так, вот давно смотрела на эту. Заходила я в Фикспрайс. Это у меня покупки забывашки. Перед тем, как я охотилась за фламинго и за ангелами, я вот видела такие коврики неоднократно у девчонок. И у нас видела. Так, я их все-таки решила, девчонки, взять. Их тут 2 штуки. Они вот такие большие, что не входит. 55 рублей тоже. Вот тут-то крупно, даже мне видно. Это фирма Kitchen. 45 на 29. Сейчас почитаем. Набор многофункциональных кухонных ковриков. Защищает от грязи, повреждений, легко моется. Помогает сохранять продукты свежими, подойдет для холодильников и для сервировки стола. Плотно держится на любой поверхности, с двух сторон, рифленой структуры и специального материала. Девочки, вот может там я быстро говорю непонятно. Если кто замедлите, почитаете. В общем, вот такая большая упаковочка. Вот такой вот он большой. Видите, на весь экран даже не помещается. Практически поместился. У нас до этого вот были маты. В рулончике. Они все равно со временем потом терлись и сетовались. Я красный покупала, но я не ложила его никуда. Пока я думала купить белый стол положить, и они пропали. Сейчас в Галамарте есть, но они там, по-моему, дороже. Но они со временем, они тонкие, рыхлые были. Они со временем от мойки, от этой могут потом, вот как вот, мне кажется, как распасться. А это вот, смотрите, такие плотненькие прям. И вот с этой стороны пупырчатые, если вот где-то что-то ложит, такой толоток, или вот банки там бывают, холодильник, руки вот бывают в возрасте, уже скользят, выскальзывают из рук. Это будет очень удобно. Вот. Ну, мне кажется, вот эти зазубринки тоже мыть, конечно, может быть, будет плохо. А может и нет, не знаю. Но качество очень такое плотное, хорошее. Похоже, кстати, на пупырчатую бумагу, которую мы посылки заворачиваем чем-то. Так что вот такие вот коврики взяла. Не знаю, может в холодильник положу, может даже на подоконник. У меня беда с подоконниками, девочки, от цветов. Вот шоркаются очень подоконники. Во-первых, квартиранты их мне подпакостили, подзашоркали. Коврики я тоже списывала баллы, вот тоже 28 рублей. Вот, ходила списывать баллы. Мне вот так удобнее. Я одну покупку сделала, списала половину, еще одну сделала, списала. Потом у меня получается 4-я покупка, и я могу что-то купить. Вот. И в поисках прекрасного в другом магазине есть вот еще домики у нас. Вот не знаю, купить, не купить. Стряпать, конечно, я редко стряпаю. Сейчас тем более одна, и тем более набрала форму. Кексики как-то я вообще не очень люблю стряпанные. И как бы я если люблю кексики, то там с кремушком всякие печенюшки. Я уж пойду пироженку там куплю или торт какой-то. Либо простые печенюшки кушаю. Вот. Ну, вот, в общем, взяла это. Я хочу поделать бомбочки. Маришка уже мне говорит, когда ты же на бомбочки поделаешь. Привет тебе, моя дорогая. Все же они некогда. Сейчас вот еще посмотрела рецепт. Кто-то с сухим молоком делает, кто-то с содой, кто-то это. Пачку соды прикупила. Соль у меня есть. Вот не знаю, может быть, завтра поделаю. Ну, не знаю. В этот ролик, конечно, уже вставлять не буду. Сейчас уже нужно его мне опубликовать. Вот, в одном магазине одиношенька одна осталась, ждала меня эта форма. Думаю, как раз бомбочки поделать, их не обязательно и склеивать. Можно, в принципе, их вот так и склеить, разрезать.
печь, я все равно из них не буду. И вот такую большую бомбу сделать, ну, в принципе, для себя. А кому-то на подарки можно просто, мне кажется, вот так вот ее сделать. Маришка делала, я вспомню, снежинки, еще что-то. Не обязательно же ее круглую делать. У меня еще есть елочки, тоже, думаю, печь я их, наверное, не буду. Думаю, елочек и бомбочек вот таких наделать. Ну и что, что, может, на 8 марта кому-то подарю. У нас еще холодно зимой, тем более я елочка, от елочки будет прикольно такие подарочки. Потому что, ну, специальную форму покупать у нас и нету магазинов таких, и дорого стоит, а тут как бы 53 рубля, это недорого, и силиконовая, она надолго ее хватит форму. Вот купила такую вот покупочку. Еще вот не знаю, домики купить, не купить домики, еще есть, это одна была. Так, повторила вот такую покупку чая. Девочки, я в прошлый раз вам так и не рассказала. Очень мне понравился чай. Часто показываю чаи, не показываю, что внутри. Почему люблю именно чай Кертис и чай Тесс? Потому что он вот идет в таких пирамидках. Вот его когда положишь, он там прям раскрывается. Видите, девочки, прям тут кусочек ананаса лежит. И прям вот сразу запах пошел. Балдею. Ну, чай, конечно, на любителя. Он такой вот сладкий. Если просто только просто чай попить, на любителя, конечно, не каждому понравится такой чай. Но я люблю. Ну, и тоже вот даже для меня немножко сладковатый. Это, значит, кусочки ананаса, лепестки цветов, аромат экзотических фруктов в пирамидках. Ну, пахнет ананасами, вот папайкой. Такой приятный вкус. Сразу захотелось на море, в отпуск. Прям, можно такой чаек иногда попить. Недорого. Кертис вообще чаи очень дорогие в магазинах. В Экспрессе от Кертис недавно, кстати, были. Ну и также вот, что он 53 рубля, но он выгодно получается. Тот чай, который по 26, я вам говорила, он по граммам походит меньше. Я почему-то думала, что этот чай дороже получается. Получается здесь просто больше грамм. Может, кто-то тоже, вот как я, так не обращал внимания. Поэтому посмотрите, обратите внимание. Здесь очень мелко граммы написаны. 34 грамма, 20 пирамидок по 1,7, девочки. Вот. Такой чаек у нас был. Также еще, девочки, купила, повторила, кашу гречневую, потому что, знаете, вот у нас в Экспрессе до этого были вот такие каши. Я вот уже заканчивала, у меня осталось, по-моему, еще одна или две пачки. Очень удобно. Сейчас вот как бы немножко экономлю на красивяшки. Больничный еще не получила. И кашки полезно. Вот на ужин как бы сегодня буду готовить курочку. Может, покажу, как замариновала. А на утро сварила кашку, вот поела кашку. И утром, и в обед поела. Вечером буду делать мясо с курочкой. И вот уже осталось, вот уже у меня две пачки, как бы, ну, редко кашки варю, конечно, но вот все равно сейчас вот у меня кончится, а кашка эта пропала. В магазинах она намного дороже стоит, особенно у Велка. Другую фирму можно купить за такие деньги. Так что запасайтесь кашками, потому что вот эта фирма пропала уже, Велка. Теперь у нас вот такая появилась каша. Вот уже, кстати, пшеничная редко очень бывает, только гречневая. Так что она же может пропасть, так что запасайтесь. Это очень дешево, 26,50, 5 пакетиков по 80 грамм. Нигде дешевле я не видела. Даже в дискаунтерах и в магазинах по скидкам. Может, у вас там и есть, у нас нету. Так что запасайтесь. Масло подсолнечное, знаете, было-было, пропало. Сейчас вот опять появилось. Так что, девочки, кому надо подсолнечное масло, и по 77-55 появилось. Так, что я еще покупала? Так, формочка. Так, вот чек по формочке. И я давно-давно искала вот такую расческу. Продукты у нас закончили. Сколько тоже вот ходила перед Новым годом. Дочь покупала расческу, захотела вот такую расческу, они у нас пропали. Сейчас, девочки, их опять привезли. Я сразу что-то как-то не купила ее, потому что всякие красивяшки покупала, в Новом году подарки. Но тут как раз вот заходила в поисках прекрасного, когда хотела фламинго, хотела вот эти тарелочки, искала, и ничего не было, я купила вот такую расческу. Купила расческу, вот и формочку. Видите, как скромно вообще я бывает хожу в магазин. Они бывают в черном цвете, вот в этот раз были только в светлом. Но я думаю, в черном как бы она особо и не нужна. Такой цвет приятный, как бы девичий на нем, на черном, мне кажется. Ну, хотя здесь тоже светло было, не так волосы будут видно. Очень хорошо прочесывает. У меня хоть и не сильно длинные волосы, но милированные. И вот у меня они концы вот вообще запутываются. Даже если их и бальзам, все равно. Много бальзама я не наношу, только на кончики, потому что у меня жирные корни очень, я мучаюсь. И поэтому прочесать очень сложно. Чуть бывает, сразу расчесывать не рекомендуют волосы. Они так лезут уже, возраст, во-первых. Поэтому нужно немножко подождать. Чуть бывает, забудусь, подожду, и потом не могу расчесать. Вот. Поэтому купила такую расческу. Уже девчонки многие хвалили, и мне очень понравилось. Не знаю, как вот эти зубчики. Я вот до этого брала расческу такую красную, черную, здесь красные, там с дырочками. Вот эти зубчики там отваливаются. Не знаю, как здесь, девчонки, никто не говорили еще. Мне кажется, здесь они вот попрочнее. Будем надеяться, что они не отвалятся. Я потом отду вам расческу, прям вставочку сейчас сделаю, покажу, что там зубчики повывалились. Так что, если кто имеет в виду такие расчески, это вот для удачного расчесывания, как-то она называется, специально эта расческа. Вот здесь написано по-английски good lock. Но я не знаю, что это значит, девочки.
Так что вот, ну, это, говорят, какая-то специальная расческа для запутанных волос, что ли, для легкого расчесывания, что-то такое, по-моему. 99 рублей, как бы еще тем более, я думаю, что скоро это все наценят, скоро начнется уже, думаю, уже косметички многие по 99, которые были по 55, потом начнутся уже и по 199, так что нужно что-то хотели, что-то успевать брать. Ну, вот такой небольшой мой обзорчик, уже наболтала много, еще нужно ставить какую-то готовочку, стряпала там пиццу, еще что-то. Спасибо вам еще раз. Подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Пока-пока, до новых встреч, ваша Жанна. Пока-пока-пока-пока!